Всем привет, друзья! Сегодня я выбрался, можно так сказать, на большую воду. Так вышло, что без напарника. В этот раз буду сам рыбачить. Цель, как всегда, поймать крупную рыбку. Надеюсь, это будет судак. Может, еще в улове будет щука. На улице туман страшный. Там ремонтируют дорогу. Еле добрался сюда. Ну, думаю, это все было не зря. Сейчас буду начинать. Посмотрим, что у нас получится. Есть, друзья, первый судачок. Была поклевочка у меня пустая. Я еще раз закинул в то же место и взяла первая рыбка. Сейчас посмотрим, какой там размер. Ну так, часик я уже плаваю точно. Это у меня уже вторая поклевочка. Ой, как давит, вы видели? Что этот судачело вытворяет? Такой хороший размер. Вот, друзья. Смотрите, перчик сработал на 7 граммах. Ну, такой судачок. Думаю, килограмм, может, чуть больше. Сейчас быстренько сниму приманочку и буду забрасывать в то же самое место. Посмотрим. Где-то минут 40 я плаваю. Это уже третья перестановочка у меня лодки. Веерком оббрасываю, пробиваю места. И удалось уже поймать первую рыбку. Туман, конечно, страшный. Видимость очень маленькая. Но на клев рыбы, я думаю, это не повлияет. Нам главное найти активную рыбку, часто перемещаться, и тогда результат будет хороший. Так, видимо, небольшая там была стайка, была у меня поклевочка. Вот со второго раза я добрал судачка, но сделал заброс, и больше поклевочки нет. Если будут ударчики, буду включаться, а пока выключаю камеру. Что будет дальше, уже посмотрим. Села еще одна рыбка. Я немного сменил проводку на активные подбросы. Не было поклевочек. Начал вести медленно. И рыбка взяла. Получается, делал два плавных оборота катушкой. Без подрыва спиннингом. И взял судачок. Такой неплохой вроде бы. Как видите, менять проводки тоже нужно. Не всегда нужно сразу менять приманку. Бывает так просто, что нужно сменить проводку, и рыба реагирует. И там такой хорошенький судак, я думаю, под 2 килограмма. Сидит он не очень хорошо, надо будет аккуратно его взять. Дается рыбка. Сейчас. Ай-яй-яй. Тяжело одному брать, да без сачка. Есть. Есть, друзья, смотрите, какой красавчик. Ну, я думаю, кило 2 в нем есть. Вот такой вот. Шикарный барбос.
взял на ту же приманочку, на перчик на 7 граммах, вайбер 2,8. Сейчас быстренько освобождаю эту рыбку и будем дальше ловить. Может, еще что-то с этой точки получится взять. Вот так он, приманочка висит наша. Сейчас освобождаем его. В общем, ребята, несмотря на не самые лучшие погодные условия, удалось нам уже поймать два судачка. Подобрал я нужную тему, нужный вес, нужную приманочку. И начало все получаться. Были у меня еще поклевочки на Lucky John Bassaro 2,8 желтую. Два удара было, но рыбка не засекается. Значит, или цвет ей не подходит, или подача приманки. А вот на перчик Viber очень неплохо поклевывает. Сделал я уже, это получается третья моя перестановка. Из третьей перестановки получилось найти рыбку. Сейчас будем экспериментировать, может, сменим приманочку, если на эту не будет брать. Еще немножко постоим на этой точке. Есть еще одна рыбка. Хороший такой удар в этот раз. Очень мощный удар. В этот раз, наверное, немного покрупней. Думаю, за 2 кило, наверное. Сделал я паузу такую длинную. Секунды 3 силикон просто лежал. И подобрала рыба. Смотрите, как фрикцион травит. Надеюсь, хорошо засекся. О, хороший судачар. В этот раз просто рыба, я как вижу, придавила подбородком. Всегда как, если рыба придавливает, то кажется, что там судак большего размера. Ну и так, я вижу, что за 2 кило может ровно двушечка, может за 2. Сейчас будем его принимать. Неудобно, конечно, очень самому брать рыбу. Очень неудобно. Нужно брать под сак, раскладывать. Очень тяжело принимать. Но он там хорошо пробился. Снизу взял. Ох, и сопротивляется. Никак не могу взять. Учитель не дается, совсем не хочет брать. Вот, ё-моё, что этот судак творит. Так, наверное, я сниму перчатку и сейчас буду рукой брать, потому что, ну, это мучение. Не открывает рот рыба. Сейчас рукой буду брать. Ой, какой красавец! Вот такая машина! Сейчас, друзья, освобождаю этого зверя. Но это такой, килограмма 2,5, наверное, судак. Как видите, придавил приманочку. Сейчас буду включаться, освобожу его. Делаю очередной заброс. Пока расскажу вам о приманках. Сегодня у нас явный фаворит
Это перчик Viber 2,8. Уже на него было 3 поймана рыбы. Еще были поклевки, был сход с удочка. Явно я попал в размер приманки. 2,8 как раз хорошо подходит вот судачок от килограмма, меньше даже килограмма. И килограмм до 2, до 3 с удовольствием кушает этот размер. Если вы уже рассчитываете на поклевочку большей рыбы, то я бы советовал вам ставить размер от 4 дюймов и больше. 4, 4,5. На такие приманки, как правило, попадается судак покрупней, и размер берет от килограмма и больше. Вот такая у меня статистика по приманкам от 4 дюймов. 2,8 это стандартный размер, на него клюет практически любой судак, от крупного до маленького. Вот так. Наверное, я сейчас еще сделаю пару забросов, да. Буду или менять приманку, или чуть-чуть переставлю лодку в другое место, чтобы с другого угла оббросать это место. А то поклевочек больше уже нет. Но и так неплохо. 3 судачка с одного места нам удалось взять. Наверное, нужно или перемещаться, или сменить цвет, или форму приманки. В общем, посмотрим. Будут, друзья, если будут поклевочки, буду включаться. Посмотрим. Получилось, друзья, еще одну рыбку взять с этого места. Сменил я приманочку. Поставил 4 дюйма. Тоже перчик. Копия на Swing Impact. Ого! Супер, друзья! Какой красавец! Вот это окуняра! Я в шоке! На 4 дюйма не могу поднять спиннингом! Ё-моё! Вот это да! Вот это круто! Я в шоке! Смотрите, какой красавчик! Ух! Какой красавчик! Сейчас нужно его сфотографировать. Сейчас достану телефончик. И так жадно взял, смотрите, на 4 дюйма приманку. Такая крупная приманка, и окунь совсем не побоялся. Это, конечно, очень круто. Сейчас я сделаю фоточку этого красавчика. Все, друзья, сейчас выпустим этого окуняру. Прикольно очень. Неожиданный приятный гость. Так, закушал приманку он. Хорошо. Смотрите. Прекрасная рыба. Выпускаем. Пускай плывет. Вот, ребята, на такую крупную приманку, смотрите. Вот такая. Взял окунь. Прикольно. Будем продолжать. На 8 граммах. Чуть-чуть утяжелился, так как размер приманки больше, то и вес немного больше поставил. В общем, ребята, плаваю я уже около 2 часов. Удалось поймать 3 судачка, одного окуня. Клев сегодня не очень хороший, много пустых поклевок, но все-таки рыбу поймать получилось. Сейчас буду перемещаться, искать рыбку в других местах, так как поклевок больше нет. Надеюсь, еще получится что-нибудь поймать. Сейчас, друзья, перекушу. Обычно беру с собой на рыбалку запеканки творожные, очень удобно. 200 грамм, получается, это и полезно, и вкусно, и фрукты. Стараюсь не добирать ничего такого, никаких вредных продуктов с собой. Стараюсь правильно питаться. Вот так, сейчас перекушу и будем дальше плавать.
Есть очередная рыбка. Сменил я кардинально приманочку. Поставил виброхвостик с большой пяткой. Манс, предатор, зеленый, на яркой чебурашке. Еще одна рыбка взяла. Ух, давит, капец. Хорошая, наверное, рыбка. Да, неплохой судачок. И проводочку делал я в этот раз. 3 оборота, пауза. На равномерную такую с паузами проводочку взял сюда. Сейчас будем его брать. Нужно снять перчатку, чтобы не было мокрая у меня перчаточка. Ой, красавчик. Смотрите, друзья, какой красавчик. Вот, взял на такую приманочку мансик на кислотной чебурахе. Ну, такой намного больше полторахи, но двушки здесь нет. Может, кило 700, кило 800. Сейчас буду его освобождать, выпускать и быстренько закидать в то же место. Может, будет еще поклевочка. Ребята, ловил я судачка. Тут бабах. Взяла щучка, немного повываживал ее, хорошая рыба, и срез. Мою любимую приманочку срезала, Viber 2.8. А у меня таких две штучки осталось, и то порезанные. Ну, сейчас будем пробовать дальше. Поставлю застежечку и будем другие приманочки пробовать. Продолжаем. Есть, друзья, судачок. Переплыл я на другое место. Там уже затихло полностью. Обловил сначала некрупной приманкой. Потом немного поболее поставил. И взяла рыбка. Ой. Хороший размер. Смотрите, приманку скушал полностью. Даже не видно приманки изо рта. Ну, это такой за 2 кило. За 2 кило, наверное. Хорошая рыбка. Друзья, смотрите, какой очень крупный сюда попался. Думаю, кило 2.5, наверное. Сейчас будем его выпускать, освобождать приманку. Все, друзья, освободил я приманочку, буду выпускать рыбку. Что он так перевернулся? Все, уплыл. Взял так глубоко в пасть, что еле достал. Капец. Есть. Есть еще одна рыбка. Поставил манс предатор на двойничке. В таком судачьем цвете. Ультрафиолет. И взял еще один красавчик. Ой, хорошо. Хорошо сопротивляется. Поставил двойник, много холостых поклевочек. И только поставил двойник и сразу засек с первого раза.
Хороший судачок. Так, снимем перчаточку и будем брать сейчас его. Ну, чего ты? Конечно, брать самому очень неудобно. Опа. Очередной красавчик. Ну, такая килошка, наверное. Приманка классная. Очень мне нравится этот цвет. Я на двойничок поставил. Такой красавец. Давайте сразу постараюсь его выпустить. Вот, вот такая рыбешечка. Все, друзья, я буду выпускать эту рыбку. Давай. Уплыл. Все, ребята, буду я заканчивать эту рыбалку. Уже 2 часа дня. Начал я где-то часов в 10, может чуть раньше. Неплохо я отрыбачился, поймал судачков, окуня хорошего поймал. Сейчас уже буду плыть к берегу и там покажу вам, какие у меня лучше всего работали приманки, на каких весах. Там есть столик, сейчас разложу все и покажу вам. Так, друзья, и напоследок покажу вам, какие приманочки у меня лучше всего.